Новогодняя мишура, снежинки, шарики в автобусе создают праздничное настроение, уверен водитель Сергей Дворянкин. Уже четвертый год он вместе со своими коллегами украшает автобус. Это уже давно появилась такая вот у нас традиция украшать автобус на Новый год, ну, чтобы создать как бы праздничную атмосферу для наших пассажиров. Ну, вот каждый год украшаем, стараемся, чтобы автобус не выглядел будничный и серо, как бы вот. Радуем наших пассажиров, так сказать. Все предоставляла ТУРТ. Ну, часть, конечно, где из дома, где-то купали. Вот. И стараемся как бы вот так вот украсить их. К праздникам свои рабочие места украшают по собственному желанию многие водители и кондукторы автобусов. Пассажиры оценивают такие новшества положительно. Поднимается настроение всегда, когда украшают гирляндами, мишурой. Когда в автобусе все красиво, хорошо. Как, вот, допустим, в семье что-то не лады какие-то. А вошел в автобус или где-то вот особенно новогодний праздник. Все блестит, все хорошо, и улыбка начинается, как говорится, на лице, и желания какие-то хорошие, подвижки. Праздничные атрибуты в муниципальном транспорте будут как нельзя кстати, считают как водители, кондукторы, так и пассажиры. Ведь Рязань стала новогодней столицей. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».